was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Итак, друзья, всем привет. Сегодня 13 марта 2023 года. Ну что ж, вчера мы всех выставили пчелосемьи, которые стояли у нас в зимовниках. За исключением раев, которые я привозил поздней осенью. Они в подполе у нас находятся. До них у нас пока руки не дошли. Ну а сегодня, сейчас вот плюс 7 градусов, 7, да? 7-8 где-то так. Да. Но опять же появился ветерок, но тем не менее пчелы стали облетываться. Вот только что мы приехали, сейчас время второй час дня, так получается. Ну и вот, видим облет. Как его, какой этот облет, как его назовешь? По нужде, не по нужде, ну, тем не менее пчелы облетываются. Даже вот, те, что зимовали на улице, пентхаусы тоже решили облететься. Мы их не тревожили. Ну что ж, они сами пошли. По нужде, видимо, или как. Давай, Миша, откроем сколь-нибудь, посмотрим состояние пчелосемей. Ну вот, хотя бы рядовку открой, пооткрываем. Что там вообще? Пчела есть, не есть. Да, вот, признаки облета сразу видим. Но это просто все в каплях испорождений. Снег тоже из порождений. Так, кормовые запасы есть. Вот, пчелосемья такая. Тут мед есть. Давай дальше, Миша. По весу как? Да тяжелая. Тяжелая, ну все тогда. Ой, даже там свисает, ой, падает, ребята, смотрите. Семья мощная. Так что перспектива неплохая. Да тяжелая, да? Тяжелая. Вот я печатный мед вот здесь вот вижу в рамке. Закрывай. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, тут тоже все. Мощная. Мощная семья. Ну как им не будет жарко, вот именно в зимовниках. Давай еще эту посмотрим. Друзья, я бы хотел что сказать. Как добиться вообще сильные семьи, чтобы у вас были на пасеке? Я пришел к такому методу, выводу, что нужно обязательно пчел пролечивать хорошо от клеща вара. Вот на всех рамках, 8 рамок, тут вот печатный мед. Если вы будете пролечивать хорошо от клеща вара, то естественно, пчела августовская, которая пойдет потом в зиму, в зимовку, она не будет покусана клещом вара, и семьи у вас будут сильные. А если вы будете свои пчелосемьи лечить травкой-муравкой, либо два раза, либо один раз бипином поздней осенью, этот вариант сейчас не работает. Клещи сейчас вообще деструктор, он очень приносит большой урон нашим пасекам. Когда вот эта покусанная пчела, вроде осенью она есть, в зиму пойдет, но много она отходит. Весной вы получите небольшие семейки просто. Давай, Миша, еще покажи здесь, открой. Вот, полное гнездо, вот.
Корма есть, вот тут печатный мед, я вижу. Все, закрываем. Давай еще, вот, открывай. Вот тут даже свисает, пчела есть. Полное гнездо, вот там печатка видно. Тяжелая. Что, ну вот, давай еще тут вот две проверим. Печатный мед, ну как похоже. Все мы такие были, похоже. Нормальная семья. Просто она как бы еще в клубе находится. А, похоже, если те с теми сравнивать, да? Да, там будет. Свисает даже на последней рамке. Как в рамочке это, булочка одна. Ага. Свободная. Вот тут тоже на последней рамке пчела есть. Тут корма, вот печатный мед есть. Ой, прямо видите, ребята? Падают, висят. Все, закрываем, Миша. Так, ребята, то, что вчера мы показывали, что были какие-то поношенные пчелосемьи у нас. Вот давайте вместе сейчас посмотрим. Мы не смотрели, вытаскивали. Что там, какая причина опонашивания? Найдем, Миша, где там есть? Ну, давай что-нибудь поинтереснее. Ну вот, да, в принципе, давай сходим там. Что у них? Что не так-то? Вот еще, Миша, айда. Вот. Вот, ребята, видите? Прямо как шоколадом намазали. Верхний лоток откроем. Так, печатный мед, ребята, смотрите, он есть. Пчелосемья как бы есть. Да, опоносилась. В чем причина? Мы не знаем. Тяжелая должна быть. Вот, видишь, где-то мед. Закрывай. Так что здесь причина в чем? Надо вот конкретно уже смотреть. Но мед есть там у них. Давай еще такую же. Смотри, где такая поношенная есть еще. Вон там синяя есть. Ну пойдем, где? Какую? Вскрывай, покажем еще. Там покакано. Давай туда сходим, где-то там есть. Ничего здесь разлетались, хорошо летает. Вообще, ребята, смотрите, какой облет бывает на Урале. Даже на улице, я не знаю, как, почему, вот, вот падают капли. Что тут у нас? А вот тут, мне кажется, а вот смотри, корм есть печатный. Корм есть, как бы есть он еще корм. А поношенность, ну и вот эта сторона тяжелая, я поднимаю. Пчела-то неплохая. Неплохая, неплохая. А то, что видите, какой шоколад она устроила. Ну, будем смотреть все равно в первую очередь. Ну что, Миша, получил какашки? Да, уже вот. Есть. Ну, по плану, ребята, мы сегодня не собираемся работать. Мы дадим спокойно пчелам сегодня облететься. Ну и, конечно, сегодня еще у нас день рождения у Михаила. Так что, ребята, пишите в комментариях, поздравляйте Мишу. Ну, в общем, все. Вот вам, ребята, показали, какие дела у нас сейчас на пасеке после выставки на второй день. На этом, друзья, видео свое заканчиваем. Кому нужна наша продукция, все ссылки внизу. Подписывайтесь на мой канал Дзен. Ссылка тоже внизу. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.